Опачки. Говорят, джиу-джитсу — это шахматы на ковре, а оказывается, настольный теннис. Привет! 77 килограмм. Ну, в общем, они крикнули, просто не слышно ничего. Александр Суарев, Георгий Павликов. Одни и те же лица. Да, вот сколько сегодня твоих бойцов выступает? Ой, честно говоря, сбился со счета, на самом деле. Два. Прилично, но проблема всегда в одном. Кто-то регистрируется за Dive Team, кто-то регистрируется за Checkmate International. Поэтому кто-то за Checkmate World. Мы везде. Мы везде. Да-да-да, сурово. Какой вес? 94, мастер 1. Нормально. Я, как всегда, на слив сразу. По-другому-то я не борюсь. Ну, ты как-то постарайся там, что. Я раз вы просите. Каково это — бороться с одноклубником? Это вообще самое нежелаемое для меня. С Вовой особенно, он вообще очень опасный соперник, всегда отлично борется, поэтому, ну и как с одноклубником, и как с соперником, не хотел с ним бороться. Вот. Но боролись, я считаю, достаточно аккуратно и в то же время в полную силу. Поэтому было интересно, спасибо еще раз Вове за схватку. Боролся? Боролся две, я выиграл. Следующая — за выход в финал. Сколько у тебя народу весит? Я думал, это финал уже. У меня 10 человек. Нормально. Первый как же там сейчас? Совместно? Да, треугольник. Бронзовая или железная? Золотуха. Дима, да, золотая. Хорошо, да ладно. Да серьезно. Проход! Сколько сабмиссионов сделал сегодня? Проход! Один. Но он пытался 5 сделать. Но преимущество очень много набрал. Сам работай, сам! Давай, Дима! Единственное, Дима, треугольник так закрываю, что... Самому у нас цензура есть? Да. Во! Самому больно. Все. Самому больно.
Золото. Да, блин, 84. Я видел, да. Я видел брекеты. Ну и как бороться с человеком, который тяжелее тебя? Ну, по-другому, чем на тренировке. Так, тренировка там чуть другая борьба, другая техника у взрослых. Здесь надо быстрость, чуть сильнее надо. А так нормально, опыт, все. Конечно, хотелось бы за столько денег побольше складок. Ну, блин, к сожалению, так. Ну, все равно хоть какой-то опыт. Ну, да. Все, спасибо. Джангл Уфа. Че это у тебя? За медаль по мастеру 2, первое место. Ну и как? Ну ничего, первый раз, приятно. Первое соревнование? Первое соревнование, да, поджил. Ух. Нормально. Сколько боролся? Одна схватка. Как выиграл? По очкам. Че делал? 6 баллов, 3 свипа. О, ну это круто, че. Готовился долго? Да, у нас было подготовочный лагерь. Все, но... Ну то есть ты прям готовился, да? Да, конечно. Да. Ну что, поздравляю, спасибо, успехов. Спасибо. А ты знаешь, что, да, это GoPro, оно увеличивает вот именно в центре кадра? Тише. А еще одну побольше. Вообще ништяк. Вот сейчас вот смотря. Вот скажи, нормально же, да? Да, достойно. Я мой любимый судья. Что? Мой любимый судья. Стас, как сегодня судейство? Чего бы ты лучшего пожелал судейству сегодня? Короче, я бы пожелал, чтобы люди наконец-то научились различать две ситуации. Одна ситуация, человек входит в ногу со стойки и его контрят подхватом. Тогда это бросок. А если второй человек с гарда берет, сингл-лег встает и его потом бросают, это называется защита от сипа. И за это мне дают 2 балла. Но я здесь видел, что многим, в принципе, без разницы. Дают 2 балла всегда. Здесь не всегда дают 2 балла. Да, здесь бывает за бросок не дают 2 балла, зато за защиту от сыпа дают 2 балла. Некоторые моменты меня удивляют, то что судья преждевременно остановил схватку, посчитав, что человек сдался от болевого, но сам он этого не видел и пошел спрашивать у людей за столом, была ли сдача. Ну, а за столом все девочки тайбоксеры. Да, да, и как бы возникает вопрос, то типа, если ты не видел, какого хрена ты остановил? Ну ты же видел этот знаменитый уже мем в интернете. Дай ты им 2 балла, раз они так просят, да? Да. 2 балла за мемасики дают. 2 балла? Не буду. 22. Майку дали. Не обидели, честное слово. Я думал, кинут. Не кинули. Майку дали. Но Лудусу давали, походу, 2. Там даже какая-то Лудус была, а какая-то для простых смертных. Так что все четко. Криксы были просто лучиком света в этом темном царстве непонятности полной разрухи. Да, я... Настя пользуется случаем, она всегда показывает сиськи. А что мне показать, Коля? Есть что показать? Да ты в куртке. Ох, грустно-то как. Криксы, я вас обожаю.